Второе, что мы сегодня обсуждали, это возможные риски при начале эксплуатации моста. Потому что мы понимаем, что этот мост новый, очень интересный. Многим захочется, естественно, на этот мост приехать посмотреть. Соответственно, необходимо эти риски учесть и не создавать здесь пробку. Поэтому это вот еще одна важнейшая задача, которую нам совместно с контролирующими органами, это с погранслужбой, с таможней, с Россельхознадзором и прочими, необходимо будет решить.